Иван Шканьков, когда я привез ему эту гармошку, где-то, может, лет 10 назад, я приехал, говорю: Дмитрий Иванович, посмотрите, все ли в ней в порядке. Ему уже было лет под 80. А он говорит, он посмотрел и прослезился, говорит: я, говорит, не помню, когда я ее делал. Он забыл время. То есть эта гармошка больше 70 лет. Я с этой гармошкой, она у меня уже лет 30. Я в ней только поменял мех. Мех — это расходник. Он изнашивается. Мех — расходник. Больше ни внутри ничего, нигде не подстраивали. Вот. И так мастера раньше делали. Ни один голос не полетел, ни одна клавиша. Вот видите, уже вот от игры вот даже вот кнопочки вот углы посбивали, видите, на клавиатуре. Но внутри ничего, ни ремонта, ничего не нужно. 70 лет, вот такие вот, такое качество наклепки. Ну и тембр, соответственно. Так, мы в три, да? Давай, тогда, плюскую. Это стармача, а То есть стоимость этого инструмента на сегодняшний день где-то полмиллиона. И дешевле не будет.
сколько? Полмиллиона, совсем мало. Полмиллиона, да, это только так вот. Именно так, ценится работа. А? Именно гармошка Тайков, да. Лет 10 назад в аборте она стояла за миллион. Да. Есть люди такие интересные, которые, у них хобби такое, они отслеживают гармошки Конькова. Коньков сделал около 30 инструментов, и они знают, где находятся все эти инструменты. У кого и ждут, когда будет продажа, когда чего. Есть люди вот так вот. То есть только я гармошку начал продавать, смотрю, уже пошли слухи по интернету. Значит, хотя я никому вообще не говорил, просто приехал, отдал и все. Мне нужно было 450 тысяч отдать. Долго. Я 450 тысяч просто отдал и деньги передал сразу на гармошку. Так что вот так вот. Все продам, гармонию оставлю, это как раз. Такая беседа по музыкальным инструментам. На самом деле, очень много можно рассказывать. И, да.